Пашинян уже достаточно унижен, преклонил колени и принял все мои условия. Ильхам Алиев продолжает добивать главу армянского правительства. Ильхам Алиев заявил в ходе встречи в госпитале с находящимися на лечении азербайджанскими военными, что отечественная война за Нагорный Карабах закончена. Президент Азербайджана подчеркнул, что азербайджанцы одержали просто блестящую победу, освободив принадлежащие им земли. По словам Алиева, Азербайджан сумел добиться того, чего он хотел, как на поле боя, так и за столом мирных переговоров. Одновременно с этим глава государства обвинил Армению в уничтожении 90% инфраструктуры в Нагорном Карабахе и культурного наследия азербайджанского народа. По словам Алиева, это самое настоящее военное преступление, и он уже дал указание подсчитать нанесенный ущерб и зафиксировать его. Президент Азербайджана не удержался и в очередной раз прошелся по главе армянского правительства. Он в частности заявил, что Никол Пашинян уже достаточно унижен. Премьер-министр Армении преклонил колени и принял все условия Азербайджана. Пашинян в полной мере наказан за свои безобразные поступки.